Я приветствую всех зрителей и подписчиков канала «Банковский». Рассмотрим с вами тему, как же установить приложение Тинькофф Инвестиции на компьютер. Это очень выгодно, очень удобно. Тинькофф Инвестициями сейчас пользуются очень многие. Но я хочу сказать, что для того, чтобы выгодно пользоваться Тинькофф Инвестициями, ну и в принципе инвестициями, да, нужно понимать в этом и разбираться. Просто так там внести какую-то сумму, да, и ждать, что там вам накопятся миллионы, так это не работает. Поэтому прежде чем пользоваться инвестициями, нужно, конечно же, в них разобраться, как они работают и как на этом зарабатывать. Ну, для начала давайте установим приложение на компьютер и перейдем в него. Ну, я начну с простого способа, да, это мы в поисковой строке вверху в вашем браузере пишем просто стандартную фразу, да, что нам нужно скачать и установить приложение Тинькофф Инвестиции. Опускаемся ниже, потому что это все сайты с рекламой, они нам не подходят. Выбираем мобильное приложение Тинькофф Инвестиции. Оно у нас здесь открывается на сайте Тинькофф. Мы выбираем то приложение, которое вам нужно установить, там, либо там на Android, либо это будет на iOS. Я выбираю на iOS. Также мне здесь сразу предлагают перейти в App Store. И здесь я могу сразу установить данное приложение. После того, как оно установится, мы его откроем и посмотрим. Приложение установилось. Нажимаем «Открыть». Далее пролистываем рекламу. Теперь нужно ввести номер телефона. Вводим 4-значный код, который придет сейчас на наш номер телефона. После этого вводим номер банковской карты, нажимаем «Продолжить», нажимаем «Установить пароль», если нужно, либо можно отказаться. Придумываем 4-значный код-пароль для быстрого входа в приложение. Пин-код установлен. Также можно использовать отпечаток пальца, если у вас он присутствует. И все, вы зашли в приложение Тинькофф Инвестиции. Теперь далее можно уже вносить деньги, да, покупать инвестиции и, скажем так, зарабатывать на этом. Ну, получается, что на компьютере будет точно такое же приложение, да, как и у вас на телефоне, просто немножечко побольше. А под этим видео есть ссылки на лучшие кредитные и дебетовые карты, вы можете ознакомиться. А это видео было снято специально для канала «Банковский». Если оно вам было полезно, не забывайте ставить палец вверх, подписывайтесь на канал и всем до новых встреч. Пока-пока!